Tô. Итак, у нас бьются Корнилов Дмитрий и Печевистый Глеб. Бой номер 20. Напоминаю, что, чтобы наши зрители не расходились, 21-й бой, главный бой вечера, сегодня пройдет между Чухониным Дмитрием и Галиевым Даниэлем. Это будет следующий поединок. Мы его подогреваем прямо сейчас. Ребята начали очень-очень бодро. Очень бодрый обмен ударами. Посмотрим, что будет на протяжении всего боя. Кидай просто левую руку. Глеб, давай. Там, подходи. Глеб, кидай просто руку. Он не подойдет. Наша голова. Димари, успокойся. Сегодня необычный вечер, у нас сегодня есть на кого посмотреть и есть за кого поболеть, конечно же, за наших мужественных парней, которые сегодня на протяжении всего долгого вечера и долгого дня радовали нас боями. 20 пар, 21, извините, пара, это получается 42 спортсмена сегодня присутствовали на этом ринге. Это ли не отличный мужской праздник 23 февраля? День защитника Отечества. Вот так вот наши парни сегодня его и отметили прямо на ринге. Итак, второй раунд закончен. Второй раунд закончен. Переходим к ребята устали, отдаю свои последние силы в третьем раунде. Итак, поддержите спортсменов аплодисментами. Совсем скоро стартует главный бой. Пока что наши спортсмены сражаются на ринге. Итак, идут они вперед. Остается совсем немного времени, почти его не остается. Да, уже сил нет, но нужно держать удар и нужно пытаться еще отвечать своему оппоненту. Еще. Сам делай. Итак, совсем немного. Давай еще, Глеб. По лицу старайся хватать. Итак, предупреждает судья, что остается 10 секунд до конца третьего раунда. Самое время взорваться бойцам на последнюю контратаку. Итак, и это гонг. Третий раунд закончен. Спортсмен в
красной майке единогласным решением судей. Ваши аплодисменты Кармилову Дмитрию. Трудовые резервы, город Казань. И спасибо парням за такой хороший бой. Итак, напоминаю, что следующий бой будет финальным, и это главное мероприятие сегодняшнего нашего вечера. Бой номер 21 между Чухониным Дмитрием и Галиевым Даниэлем. Большое спасибо ребятам.